У меня с Рустамом до хрипоты был спор, и он говорит, когда начнем входить в Крым, я буду туда входить. Я сниму себе обязанности министра. Он так сказал, что я не могу отправлять на смерть людей, находясь здесь. Я сам один из первых должен быть там. Я ему говорю, так ты слушай, сейчас так не делают. Нет, это вопрос морали, я там должен быть. Я говорю, ну ладно, тогда я тоже буду рядом с тобой. На этом договорились.